Добрый день, мои зрители! Продолжаем мы с вами играть в FIFA 15, и сегодня на спортивно-игровом канале Wabon Games вы увидите испытание под номером 2, и испытание это будет в режиме профи за Уэсли Снейдера, который сделал победный дубль в матче с Фенербахче. Вот, и несмотря на удаление своего игрока, Фенербахче близок к тому, чтобы взять очки в одном из самых напряженных дерби в Европе. Сможете ли вы повторить великолепную игру Снейдера в концовке матча и забить два мяча, чтобы помочь Галатасарай обыграть своего соперника? То есть вот такая ситуация. Если честно, я не помню, как матч закончился, и не пойму, мне нужно будет забивать два гола именно Снейдером, или достаточно будет просто двух голов. Давайте попробуем, но задача будет очень сложная, поэтому я ее буду выполнять на профессионале. Мировой класс практически невозможно будет сделать. Давайте хотя бы на профессионале попробуем. Тем более, что у нас всего лишь там 81-я, по-моему, минута встречи идет. Так что... Так, задание... Выполнять, наверное, не будем сейчас никакие. Сразу начнем играть. Так, из-за боковой выносится мяч. Я играю за Снейдера, естественно. Ну вот, мне показывают, куда открываться. Дай передачу вот туда. Офсайд. Давай назад. Оп, хорошо. И Уэсли. И пробил обводящим. Но, скотина, слабо. Давай быстрее выбивай уже этот мяч. Тянешь что-то. Опа, Снейдер на фланге. Хорошо. Получи. Да что ж ты его сразу-то теряешь? Еще непонятно, усталость там какая. У игрока давай пас Снейдеру. Давай. В офсайде. А если Снейдер даст сам? Можно... Оп! И забил. Ох ты, как близко-то к удару я был к хорошему. Пошел. И другой край. И посмотрите. Ну, Снейдер же. Один. Хорошо. Да куда ты трогаешь мяч? Да. Режим профи вообще очень сложная вещь. Когда вот так вот камера расположена. Ну, может быть... Давай. Давай пас на ход. Партнеры подводят. Попробуем сейчас, может быть, так, потом с другой камеры, не знаю. Дай пас Снейдеру. Давай, красавец. Нет офсайда, пошел, Уэсли. Не, ой, это пенальти. Могло быть пенальти, а я передачу сделал. А я не сделаю передачу, потому что она не прошла, судья. Там был штраф вообще-то. Ты почему не дал штрафной? Нафиг ты взял, дал продолжать игру. Я штрафного, может быть, положил бы. Ну, есть возможности для того, чтобы попробовать забить, но вот очень большая проблема, что забивать надо целых два мяча. Ах, плохо, забивай, гол. Один забили, но я не знаю, но мне кажется, Снейдера надо забивать, но один забили. Но это, конечно же, не будет выполненной задачей. Ну, кстати, передача на счету Снейдера. Йылмаз забил гол. Оценка игры Снейдера 5,5. Это все равно, на самом деле. Ну давайте, отнимайте мяч. Да что же так долго-то? Вы еще сейчас додумаетесь пропустить. Все, свисток арбитра. 1-0 нас не устраивает. В любом случае, надо забить дважды. Так, все понятно. Повторы голов все видели. Так, а как нам понять, вот задача выполнена или нет? Здесь где-то это указывается. Что за уровень игры? А, это каждого отдельного игрока. Вообще не понимаю. Ну, конечно, начать заново. Попробуем еще раз. Ну, давайте сделаем так. Все-таки
два гола одним Снейдером забить, это, наверное, совсем невыполнимо. Попробую я просто забить дважды в этом режиме. Смотри Снейдера, смотри Снейдера. Конечно. Ай. Заблокировали мой удар. Хочу переключиться на другого игрока, а нифига не получается, потому что режим профи. Снейдер в оттяжке. Вообще-то он, на самом деле-то, не нападающий. Но все равно забивать-то надо ему, поэтому я чуть остаюсь. Давай, давай, быстрее, ребята, времени нету, 85-я минута. Ух, на меня пошло. Забрать. А ну-ка, отборчик. А ну-ка, массовый отборчик. Ну что же, втроем-то мяч у него отнять не можете. Опа! Снейдер с мячом. Подкаты. Не страшны нам ваши подкаты. Блин, да куда ж ты, Весли? Нет, надо камеру менять. Я при такой камере вообще не понимаю, что надо делать. Хотя вот она. Важнейший перехват. Да забивай же ты! Как можно было один на один выйти и не забить? Да это не то уже все. Снейдер. Как можно было сейчас выйти один на один и не забить? Напомню, что мы договаривались, когда испытание номер один у нас было, что максимум попыток, которые я буду использовать для прохождения этого задания, это 10. Ну, вообще, любого задания. Давай передачу. Вот, Снейдер уже один здесь. Давай сюда пас. Мне не подсказывают, куда мне пойти. Поэтому я уже сам смотрю. Да что ж так долго-то? Ой, травму получил Снейдер. Вы чё? Как я буду играть за Снейдера, если он получил травму? Давай быстрее вернись ты в офсайде, чувак. Вроде отлегло. Вроде отлегло у Снейдера, хотя с крестиком. Забрать мяч там и отдать мне сюда передачу длинную. Ну понятно. Фенербахче еще и время тянет. Их же 10. Ну эй, ребята, ну так мы никогда 2 не забьем. Где? Где Снейдер? Сразу выбивать на него. С травмой он только. Давай. Свисток арбитра. Попытка номер 2 опять неудачная. Но тут вообще был выход 1 на 1. Естественно, начать заново. Давай, давай, давай сюда. Снейдеру надо было скидывать. Оп, и скидочку сразу. Оп, ускорился. Сайд. Давай передачу. Дайте же пас. Пацаны, ну что вы делаете, пацаны? Зачем-то назад так активно ему бежать, вот я не понимаю. В отборе нужно поучаствовать? Я не хочу участвовать в отборах. Я хочу, чтобы мне мяч давали вперед. Ой-ой-ой, опасно. Опасно. Так, где Снейдер? Давай, давай на фланг. Я готов здесь получать. Да готов уже был получать. Ну а теперь как я с центра пройду? Я лучше вот передачу сыграю. Да что ж ты до мяча-то не дотягиваешься? Так, все, это последний раз с этой камерой. И потом меняем. Да вообще, что последний? Давайте сразу менять. Настройки. Параметры. Камера. Вне сети профи. Не понял. А, вот, не надо профи. Надо по умолчанию. Во. По умолчанию ставим камеру и поехали. Во-во-во-во-во. Так, будет получше немножечко. Давай Снейдеру передачу. Во-во-во-во-во. Пойдет. Пойдет. Беги, Снейдер, беги. Беги, родной. Ну, как родной. Мог он, кстати, стать родным. Манчестер Юнайтед предлагал ему перейти в этот клуб, когда у Снейдера был самый-самый пик его формы. Сейчас, конечно, никто ему не предложит. Но он сказал, что
денег ему мало, Интер ему дороже был. И вот в итоге сейчас в Галатасарае. Ну, в общем, там ему тоже неплохо платят. Наверное, он доволен. Турция, что, море, отдыхает постоянно. Да выбивайте вы быстрее мяч, что же вы тугие-то все такие. Ну давай, давай пас, Снейдер. Смотри, просит человек. Дай пас. Да дай ты передачу. Вот дюндюки, а. Как можно играть режим профи, когда у тебя просто партнеры вообще тугие как. Ну, вот сюда смотри. Подачу какую-то сделал, там хоть угловой. Угловой. А угловой не Снейдер подает, слушай, нет? Ну, слава богу, есть шанс. Давай, давай я на ближнюю пошел. Да что ж такое-то, ты подай-то поточнее, он на ближнем был один. Я понимаю, когда подобный режим играешь, то, что у тебя... Ну, конечно, свисток, три попытки, мы уже просрали с вами благополучно. Когда режим профи, то, ну, в основном партнеры должны, ну, на тебя играть, как бы, в большей степени. А получается так, что партнеры не играют на тебя. Оп, оп, оп. Ой, пробил, ой, рикошет. Ай, был хороший момент сейчас у Снейдера. И мяч-то летел точно в дальний угол. Скорее всего, гол мог быть. Так, ну зачем ты подаешь угловой? Так, как разыграть? Позвать. Кого позвать? Подозвать как игрока, я не знаю. Вот. Давай с тобой разыграем. И дай мне передачу. Дай мне передачу. Дай ты мне передачу. Давай. Да давай же уже. Долго. Я здесь. Пошел. Арбитр! Ломают! Ужас, ребятушки, ужас происходит какой-то. Снейдера опять хотели убить, сломать. Я ни хрена вот такой, при такой камере зато не вижу, где мой Снейдер находится. А вдруг мне сейчас длинный пас последует, а вдруг я в офсайде. Давай. Здесь всегда нужно быть в поле зрения. Дальше. Давай дальше. Давай, вот сюда, давай. Вот я, жду, жду. Да жду же. Вот тупой, а. Дай на фланг, вот. Хорошо раскрутил. Да что же я так долго-то, да Снейдер, ты же должен быть побыстрее немножко. Ты же Уэсли, ты же в финале чемпионата мира играл. Давай. Да давай же уже. Вот и все. Подачку. Замыкай. Замыкайте там. Да попади же ты, ну что ты. Не, я максимально пытаюсь, конечно, забивать именно Снейдером, но все-таки, когда в момент видно, что уже там без вариантов, отдаю передачу другому. Хорошо. И здесь на Снейдера. И сыграй. Красавец. Оп, 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 голландец что творит? Да. Было неплохо. Давай, край. Оп, и еще мне. Отпусти. А пропусти. Да дай ты передачу. Хорошо. Опа. Ну получится сейчас, Уэсли. Да что ж ты меня... Оп, прошел. Прошел, красавец. И забивай. Гол! Гол, Снейдер! Да! Просто пробил вратаря насквозь. Ну, задача на 50% выполнена. Только 90-я минута, к сожалению. Вообще, по идее, у нас нет времени смотреть все это. Всего лишь один гол бы Снейдеру нужно было бы забить. Было бы достаточно. Гол красивый какой получился. Пух! И под мышечкой пролетел мяч. Уэсли Снейдер, 90 минута, 1-0. Надо 2, чтобы было. Хорошо. И свисток, конечно же, тут же арбитр. Ну, четвертая попытка. Мы всего лишь 1-0 опять побеждаем. Но зато уже нам удалось Снейдером гол забить.
Игрок Игл в сарае радуются, но не стоит этому радоваться. Кстати, у нас был момент еще у Снейдера. Заблокированный удар. Ну, честно могу сказать, задача, скорее всего, выполнима. Ну вот, насчет сложности. Может быть, вы сейчас меня заклюете, что там, если я выполню. Потому что я не факт, что выполню. Но если я выполню, то сложность была легкая. Вот. Ну, не знаю. Не знаю, сами попробуйте. У кого лучше получится, присылайте видео. Хотя, подождите, я еще и на профи не выполнил. Точнее, на профессионалах. Где Снейдер? Где Снейдер? Я не вижу. Может, в офсайде. Дай ему передачу. Да дай ты ему уже пас. Вот. И под себя. И забей в дальний. Угловой. Надо было с левой бить. Но он просто правша. С левой не факт, что так хорошо получилось. Так, угловой, который мы будем, естественно, разыгрывать. Потому что надо вернуть мяч Снейдеру. Возвращай. Возвращай. И ты дай мне, дай мне пять. Дай пас. Ой, ой, какой момент был. Еще раз. Разыграть. Давай, 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 давай. Оп, давай сюда. Давай сюда. Да что ж ты. Хорошо, хорошо, хоть они на панике мячи выносят. Давай, давай. Хорошо. И пошел. И пошел, родной. И забей, пожалуйста. Да забей же ты, Снейдер. Да куда ж так-то не точно. Точнее, настолько точно во вратаря попасть. Давай ему пас. Да зачем ты бьешь? Дай пас Снейдеру. Блин. Мы очень близки сейчас были к голу. К голу именно Снейдером. Я хочу уже пойти в отбор. Потому что они очень долго отнимают этот мяч. Ну, ребята, ну давайте, давайте в отборчик поиграем. Вот, да елки-палки, ну забери ты у нее мяч. Так, это какая? Это у нас уже пятая попытка. По-моему, она проваливается. Давай. Давай. И пас Снейдеру. И пас Снейдеру он пошел. Да куда ж ты? Дай Снейдеру. Да дай ты передачу. Что сейчас было? Офсайд? Ты настолько затянул, что был офсайд? Вот урод, а? Ну все. Свисток 100%. Пять попыток. Пять попыток неудачных. Были голы, но даже два гола просто добить мы не можем. Но тут на самом деле они настолько тупые боты эти, что... Вряд ли они сами забьют. Давай, вот Снейдер под тобой. Сразу мне сюда передачу. Вот и все. А я пробью сдалека. Чересчур сильно и выше. Времени. Очень мало времени. Еще учитывая, что компьютер постоянно затягивает выбиванием мяча. И со мной. Вот сюда. И давай. И давай передачу. И пас на Снейдера. Смотри, я под тобою. Давай. Да давай сюда уже. Хорошо. Ну пройди же ты его. Ну что ж ты такой медленный-то, елки-палки. Какой Манчестер Юнайтед тебе играть? Ужасно медленный этот Снейдер. Я вообще думал, он еще в форме. Так, пас Снейдеру. Да пас же уже. Ну ладно, давай. Давай. Давай передачу. Я бегу уже со всех ног. Нет офсайд. Есть офсайд. Скотина. Дай раньше передачу. Ну как так можно? Ну там пошел обыгрывать кого-то. Дай просто в направление и все.
Направление? Какое направление? Так, Снейдер, побороться. Побороться тут за мяч, красавец. Почти. Отбор, отбор, командный. Вдвоем, втроем, шестером. Давай, Снейдеру передачу верхом. Что такое-то, а? Сколько можно ждать? Оп, есть пас. Они втроем на меня, вчетвером, в десятером, забей! Да что ж ты, вот хватает ему только на обыгрыш сил, а ударить уже не может. Ветеран. И пас сюда. И пас сюда Снейдеру. Да что ж такое, я точно дал бы. Ага, прострел пытались. Но там мне защитник помешал. Хорошо, хорошо. Отобрать. Да добегайте вы. Снейдер уже вернулся к своей половине поля. Не то что своей, к своей штрафной. А ему тут по-хорошему нечего делать. Давай, пацаны, забрать мяч. Ох ты! Чуть по ошибке. Так, 6 попыток мы уже. 6 попыток мы не можем ничего сделать. Так, но мы не отчаиваемся. Мы не отчаиваемся. Все еще может получиться. Жалко, что не один гол. 2 это много, конечно. Давай. Хорошо. Оп, да что, ну миллиметра какого-то обыграть, и потом точно удар. Потом точно был бы удар уже и все. Так, забрать. Забрать мяч. Дать его Снейдеру. Да, ну, ребята, ну очень долго. Где? Где Уэсли? Он в офсайде там, наверное. Хорошо. Да что ж ты такой медленный-то, а? Вот настолько ты мертвый уже. Как ты 2 еще забил? Эй, вы что творите? Да, господа. Вот и гол Фенербахче. Конечно, что разыгрывает Снейдер. И сам отдает кому-то. Давай. Ну давай уже, да что ж ты такой. Оп, хорошо. Вот сейчас неплохо. Забить не удалось. Вот и удар у него на самом деле не такой сильный. Давай, давай. Да что ж такое-то, блин, зачем? Ну вообще, если бы отскок был бы, мог прямо именно к нам прийти. Да, профи сложный режим. Тут хотя бы всей командой играть, и то было бы не так легко. Ну, конечно, мы бы уже играли на сложности, на другой. Но все-таки. Так это же Снейдеру была передача. Да дай ты ему пас уже. Ну вот, вот отдают, когда меня уже четвером накрывают. А когда я в зону спокойную открываюсь, открытую, то есть без проблем там, можно получать. Вот я ни хрена не вижу. Да, вот в этом плане надо камеру, конечно, чуть изменить. Давай. Ну дай же мне передачу. Ну что ж такое-то. Ах. Да, в этот режим надо тренироваться, играть, конечно. Режим профи очень сложный. Так, 7 попыток. 7 попыток, 3 остается у нас. Не знаю, шансов на самом деле не так много. Только 50% задач мы могли выполнить. И это у нас получилось. Плотно, плотно очень. Штрафной Фенербахче. Наконец-то мяч. У главного героя этого, этой встречи, но главный герой немножечко обосрался. Хорошо. Хорошо забрать. Неплохо. И вот сейчас передачу на Снейдера.
Он убежит. Он может. Почему флажок, кстати, не появляется? В офсайде я или нет при такой камере? Давай. Ну давай же. Во. И Снейдер пас. Красавец. Помогать. Помогать. Фух, не знаю, отдавать передачу, не отдавать, что лучше. Ну, ну, и побыстрее, поживее, да что ж такое, ребят. Я уже и там, и там, и там, и там, и с этой стороны, и с этой, и с этой, и с какой мне, куда мне открыться. Ну, ну, ну это вообще нет. Действительно, может быть даже с этой камерой... Уже получается, я, кстати, отбор сделал. Вот, и пас дай. Вот, и забивай. Забивай, хоть просто два забьем. Ну, попади ж ты по воротам. Ну, что такое? Ну, как так, ребята? Ужас. Так. Восьмая попытка у нас, да? Ну, ну, и пас Снейдера. Вот, вот это уже нормально. Да. Только мяч верховой, попробую еще выиграть. Да выбивайте же вы его уже. Так. Я понял. Меняем камеру. Сейчас настройки. Вернемся мы. Подождите. Параметры игры, да? Вот, камера профи. Возвращаем камеру профи. Продолжить. Здесь. Давай, давай, заканчивай. Две попытки. Восьмая, девятая. Ой, девятая, десятая. Прошу прощения. И дай пас. Да что ж ты... О, давай. Давай. Штрафной. Штрафной, есть шанс. Ну, очень далекий на самом деле. Естественно, дайте Снейдеру бить. Куда ты? Куда ты пошел, родный? Дай Снейдеру пробить. Ты что, издеваешься, что ли? Дай пробить Снейдеру. Он передачу дает на Снейдера. Это надо настройках было поставить, наверное, что он бьет все штрафные, все пенальти. Вот этого я тоже не знал. Ладно, десятую попытку, если что, оставим. Давай. О, хорошо. Ах ты. Тут же меня обокрали. Тут же не дают вообще ничего сделать. Головой, ну побыстрее, побыстрее. Вот, вот, сюда, давай. Давай. Бей. Долбанный. Пас, пас прострельный. Да что ж такое-то, а? И вот со Снейдером. И вот сюда вот он просит. Просит на ближний. Да что ж вы так долго-то, тугой компьютер, да, они... Да куда ж ты так мимо бьешь-то, Уэсли? Я вдаль не хотел, чтобы ты попал. Девятая попытка практически закончилась. И останется у нас крайняя. Там уже дикторы по стадиону объявляют, как выходить с этого самого стадиона. Недавно, кстати, очень недавно, вот буквально в эту среду, да, был матч там в Турции между Галатасараем и Боруссией Дортмундской. Мой партнер по звену, по команде, по хоккейной был на этой игре. Должен мне привезти магнитик. Смотрел прям с центральных самых мест.
$300 билеты стоили. Вот так вот. На человека $300. Матч с Боруссией Дортмундом, в котором Галатасарай проиграл с крупным нулевым счетом. Ну, последний, наверное, шанс у Снейдера сейчас. Ух ты! Видали, что творит? Видали, что творит? Ой, попал! Ай, не попал! Ай, не попал Снейдер! Ну все, крайняя попытка. Так, а управление командой я могу войти сейчас, чтобы не выходить в основное меню. Два удара было у Снейдера. Один поинтереснее, второй намного хуже. Нету. Ну просто если бы пенальти или... А ладно. Итак, уже видео долго длится. Все, крайняя попытка. Давай, ну давай же. Ну сейчас мы должны... О! Опа, стоянно. Ха-ха, зачем я это ускорение нажал? Мяч так далеко отпустил. О, красавцы, давайте, пацаны, давайте, у нас получится это сделать. Хотя голов-то мы забили всего. Ладно бы каждый раз по голу забивали. Так, чересчур я в центре, мне надо вот в край, дай пас, дай пас. Да дай же пас, Снейдер пока стоит, ждет. А, я выкидываю, что ли, елки-палки, я пытаюсь открываться. Давай, давай. Да давай же. Ой, тугие. Может, действительно надо было сложность побольше поставить для того, чтобы... Это угловой? Это даже не угловой. По сложности посильнее поставить, чтобы партнеры были поумнее немного. И тогда будет интереснее. Ну ладно, может быть, я себе дам еще один шанс пройти это испытание на более сложном уровне. Представляете, будет казус, да, на легком не прошел, а на сложном пройдешь. Но это пока вряд ли. Давай. Ну давай же, Снейдер просит передачу. Видите, что лучше при этой камере показывает, положение вне игры я нахожусь или нет. Ну, на той типа должно быть так все видно. Ты как, сбоку уже. Подачка, забивайте. Да. Один раз всего помогли нам. А что, мы два гола-то всего забили, да? Да, два и один гол Фенербахче нам. Ну вот сейчас может быть второй. Ой, штанга. Штанга спасает. 5 минут судья добавил. Честно говорю, я уже не верю в то, что это произойдет. Хоть гол забить бы еще один. Тут вообще угловой. Угловой у наших ворот. Ну что сейчас, давай, перехват. Давай, и быстро на Снейдера. Ну давай же уже. Все. Все, 10-я попытка закончилась. Но на этом я пока буду заканчивать. Повторюсь еще раз. Возможно, я вернусь к этому испытанию. Мне очень хочется попробовать его выполнить. Но вот пока не удалось. Пока первая неудача меня постигла. В общем-то, 1-1 получается счет по испытаниям. Ну, не забывайте подписаться на канал, если еще этого не сделали. Поставить лайк под этим видео. И до скорых встреч. Всем пока.